Не забывай то, что я маг. Я не буду забывать, что ты нечестно играешь, ладно. Оп. И все. Смотри, паркур. Бля, промахнулся. А? Знаешь, что сливки это молоко? Кто? Сливки? Сливки это молоко. Да, это которое сгустилось где-то там на сверху вроде. Его смотри, он сейчас придет и убьет меня. Я знаю, сейчас я его убью за это. Где он? Дальше к сундуку подойдем, появится. Нифига, ты прям помнишь, где он находится? Естественно. Что это было? Ой, какой угрон ты ему нашел. Ну, нормально. Заебись. Красавчик. А, все, ты умер. А, нет, я думал, тебя попадят. Так неинтересно. Че он тебя не убил? Потому что я мастер у ворот. Да, он должен был тебя убить все равно. Хочешь крутую штуку? Тут же горбульи будут. Да, есть такое. Крутую штуку хочешь, покажу? Mm. Чё? Почему я об этом не знал? Ты знал, ты среагировал точно так же, как в прошлый раз, когда я тебе это показал. Чё? Ты чё, эти секретики в интернете, что ли, нашёл? Я их знаю всю жизнь. Всю жизнь? Ура! Что? Ой. Смотри. Не надо, я этим займусь. Я ведь сказал, что я этим займусь. Ну да, но ты бы сделал плохо, поэтому я сам сделал. Паркур. Опять ты. Человеческая фигурка. Human effigy. Мама. И все. Ну, пожалуйста. Че, сюда? Отсюда. Ой, забыл про это. Будь здоров. Я не чихал. Заткнись, скажи спасибо. О, у меня такая биба большая, ё-моё. Большой осколочек, титаничка. Так, пойдем. Нет, да, или не пойдем вот туда. Мама. Помнишь, я за квартиру заплатил? Я его каждый день вспоминаю. Это прикольно. Я квартиру заплатил. Я пыфу. Он должен был бомбочку скинуть. Мама. Уоу, блядь. Меня бьют собаки. Я им займусь. Ну, ладно. Видишь, костер. Бомбая. Помнишь, что надо сделать? Так. Еще раз, чего? Помнишь, что надо сделать? Так, подожди. Так. Так. Подожди, не, я сам себя вспомню. Блин, я помню, но я не помню. Где? Я помню, что тут дверь должна быть. Я тебя застрелю, если не скажешь, что нам делать. А, подожди. Все, ты мертв. Подожди, не убивай, пожалуйста. Дай мне шанс. А, зажечь, я помню. Блин, чтобы вот этот мужик стал нормально. Именно так.
Точно. Чтоб этот мужик стал нормальным. Это, наверное, его брат, который находится там. Что? Ебать. Хе-хе. Я ему дал тульский удаль. Потому что ты вот все как я курт делаю. Пойду убивать детей. 140 надо. Титаник мог. 27 тысяч душ, нифига себе. Так, ладно, потом нас. Так, это 180. А это сколько? 140. Ну, в принципе, если улучшить его, то нормально будет. Это надо силу вкачать. 20. Так, этим потом займемся. Так, все, в принципе. Ты где? Ну, там, где преследователь появляется. Ты его убил уже, что ли? Не, он не появится, пока ты не придешь. Ему не надоело появляться тут. Ой, бак. Смотри, он наверху. Кто? Видишь? Кого? Наверху. Ну вот это. Нет. Ой, чё ты такой бы. Нет. Ты не убегай, он исчезнет, если убежишь. Все, он исчез. Ой, тёлка, тёлка, ууу, тёлка. Да тут просто бак. Чё? Для меня здесь ничего нет, для меня здесь все побустено. Вот баг. Чего? Ну вон там наверху эта штучка, ее надо взять, а я не могу. У меня там ничего нет. Преследователь тёлк. Потому что против тёлки играет. Ничего делать. Да. Ну, очевидно, возвращаться сюда. И помочь тебе дойти до сюда. Так я тут уже все сделал. Один, что ли? Да. Без меня? Да. То что это долго. Ну ты собак. Да я тогда еще знак поставлю в камере изгнанников. Давай. Я никому просто так не даю. А преследователь появится? Естественно. Надо главное у костра отдохнуть. Ну отдохнуть-то я отдохнул. Молодец. Жалко, что в зомбак нельзя посетить. Согласен. Я пощавил. Чтобы ради этого я бы даже лицензию тебе купил. Ну или ты сам себе. Как будто у меня денег за бани не клюют. Но у меня, в отличие от некоторых, деньги есть. Один раз в год, и ты сразу всех тратишь. Какой один раз в год? Офигело? Сейчас ты офигеешь. Гей, потому что... О-о-о. Я гриб плывущий в парике. Я появился, я терминатор. Ай-яй, собак. Ой, бля, всегда готов. Сразу драка. Куда убежать? Как готов. Вперед. Только вперед. Только победа? Во время обеда. Я просто там лук. Ой, лук забыл собрать. Преследователь не появится без меня, да? Не появится. А, ну ты расчисти нам дорогу. А, тут уже все сломано. Ты что издеваешься, нахуй, пиздец. Ты дурак. Что ты за здоровье?
Мало. Я упал с этой большой высоты. А я улетаю. Я не могу без тебя. Я все думаю о нас. Что с тобой было сейчас? Меня преследователь убил. Так, что? В смысле? А ты где был? Я наверху. Бил этих стрелков убивал. А тебя вообще нигде не был. Преследователь для меня просто стоял на месте. И потом резко тебе нанесли урон, ты умер. Ставь знак. Поставил. Я буду мстить.